Так, TF, LNKD и RAG у нас сегодня гэпы такие серьезные. Ох, LNKD степ-даун идет какой. Intraday short, locate, SSR, он, наверное, not chartable. Тиффани льется, просто я не знаю. Конца края не видно. Я только подумал зайти, она уже 40 центов сделала. Надо ждать какого-то отката, левела перед фигурой. Может, не сразу будет пробивать. Просто по 20 центов назад. Минус 8,5 поинтов. Ну, нормально. В 0.1 зашел 100 шерс, теряю 16 центов. Мне надо выходить отсюда, вот даже 100 акций страшно на пробой фигуры брать. Куда риска давать, вообще не ясно. Но все-таки пробило. Очень тяжелые принты. Просто... До 90 центов дошло и до 20 обратно назад 30 центов. Опять на новый лоу вышло. Опа, 15 центов обратно. Нет, это не нормально просто. LNKD покрасивее, конечно, будет. Единственное, что на чарте была акция. Так, лучше посмотрим, что у нас с нефтянкой. Тут возврат может быть. Так, уже 30 центов она прошла, но тоже по котировкам непонятно, что. Интереснее было бы, конечно, на пробойчике ее смотреть. Минус 2 поинта. Минус 2,6. Так, смотрим, что другие акции у нас тут делают. А что у нас нефтянка? Сам по себе к сои. Индекс, в принципе, готов бы и падать. Так, сквиз 49 центов, 50. Ну, можно пробовать, конечно, на то, что будут идти. Ну, и... Ниже 25 центов акцию неплохо начинают продавать. Можно попробовать то, что к фигуре будет оно подходить. TX там неплохо провалилось уже. Так, RAG можно добавлять. Потихоньку 25 проходит. Так, что там у нас RAG? Растягивает спред, непонятно, что здесь происходит. Пока добавлять не стоит. Так, смотрим параллельно на TX. Так, RAG сейчас будет выход. Индекс тоже потихоньку идет выше. Да, RAG, конечно, нормально прострелила. Все-таки на возврат пытается идти. На дневке так довольно-таки далековато находится. Ну, это нефтянка, это для нее нормально. Аналогично Тиффани тоже.
сейчас у нас? Серьезный возврат происходит. Ну уж очень волатильная акция на открытие. Какой-либо четкости. Open 66.43 у нее был. Да. Так, TX смотрим. TX немножко шорт прозевали. И, ну, все-таки можно смотреть. Довольно-таки серьезный бит. Там сейчас Optic Rule, поэтому по очереди оно раздает спред, растягивает. Невка уж очень печальная. Ничего не ясно. Надо быстро выходить, долго не думать, потому что... Объем вроде бы на пробой есть, но также здесь может быть уровень поддержки, можно и позицию переворачивать, в принципе, от этого левела. 50 центов держит довольно-таки сильно. Принты по ADF идут, это не те. Так, сразу же просто наступило на 57 офер. Восемь на 57. Очень не важно, что сейчас будет. Это дурноватый признак. Выходим. Если будут возвращать, то, конечно, тоже может быть лонг неплохой. Так. Тиффани там вернула просто. Ну, поинтами акции вверх-вниз ходит. Так, TX потихоньку. Можно рассматривать выше. Довольно-таки неплохо она смотрится. Так, 70 не бьющиеся, это плохо. Вот как раз, если смотреть котировки принты, обратите внимание, 70 стоит единица, проходят принты уже просто, вот смотрите, бежит лента, тут стоит единица, это называется скрытая. То есть, если ее пробивают, то желательно сразу же смотреть, закрепится ли офер, и при этом можно будет тогда в нее добавлять. Но вот это как раз либо хорошая точка входа в шорт, именно от 70 центов. Либо после пробоя, тоже после закрепления оффера. Но вот видно, что ее не разбили, то есть там стоит какой-то продавец. И вот лично для меня на данный момент это признак уже не очень хороший. Потому что тут риска надо давать немного больше, чем обычно, особенно при утренних таких движениях. То есть акция просто довольно-таки волатильная.
есть все-таки продавец уже от 70 центов. Как бы знак нехороший. Так, смотрим далее. 65 на 67. И бид у нас такой динамический, но есть статика у нас по офферу по 70 центов. То есть пока прицепился к этой акции, параллельно смотрю на чартах, практически ничего не вижу по акциям. То есть такое непонятное открытие, рынок ползет выше, плюс 28 пунктов, но акции очень странно себя ведут. TAF. Тоже тут моменты есть какие-то. Тиффани очень волатильная акция. Там сумасшедшие просто движения идут. Текс 65, обратите внимание, PSI по Филадельфии проходят принты, стоит единица. Вот если она укрепится, это будет очень хороший признак для того, чтобы просто к акции потом в следующий раз ставить стоп после пробития 70 центов. Если пробьет, это будет очень хороший сигнал, но оффер тоже стал довольно-таки крепкий. То есть видно, что есть лоты не бьющиеся. Ну, конечно, если посмотреть по вчерашнему дню, так вот по продолжению, то может и на шорт оно дальше на продолжение смотреться, но возврат также вероятен после такого падения сильного. Желательно, если уже 5 поставило, 23 лота стояло у нас по 62 цента. Желательно приблизительно 59 центов все-таки поставить стоп по этой акции, смотреть что-либо другое. Так, RAG здесь не ясно. Тиффани опять вроде бы как продают. Так, TX по стопу сейчас будет выносить. Так, где котировки? Вот 7 на 59 на 60. Как раз 59 стоп стоит. Есть. Так, смотрим далее, что у нас есть. Филипп Моррис, конечно, сегодня просто отлично прошелся. Нельзя сказать, что отлично. Это надо с ОПГ ордером брать по фьючерсу. То есть особо плавного движения такого не было. Так, смотрим. OFC. Пандора вниз, но она не шортабл. 3E Company ничего тоже не показывает. MWE ничего. Иди. Так. Весь ресерч, который делали, в принципе, особо не пошел. То, о чем я говорю, что не понимаю, что происходит вообще в рынке. И все, и TX после этого, действительно, вот эти 70 центов, которые там стояли, это была идеальная точка для входа. Оно ее удержало и уже пошел степать офер. То есть вот TX неплохо вниз пошла. То есть на продолжение вчерашнего движения. И все это произошло как раз тогда, когда помог рынок. То есть рынок сделал первую разворотную свечу и сразу же вот TX видно, что делает. То есть были в той акции, в которой нужно. Изначально правильно сидели в нужном направлении, но не дождались просто точку входа. То есть в принципе я не убежден был в направлении. То есть думал, что будет возврат.
от 30 центов 40 30 центов она уже сходила, даже больше 40 центов, но думаю, что пройдет она намного больше. Так, GLW здесь интереснее была ситуация также из гэпов. От 13.50 неплохой момент был. Так, ТЕК стоит и Тиффани. Да, Тиффани тут просто ненормальный момент. Так, TX. Так, вот видно, что офер все-таки прицепился, потихоньку степает. Последняя сделка была, у меня $120 макс gross loss, то есть в принципе все, то есть если у меня утром не идет, я больше уже не торгую. То есть вот это в принципе та акция была, на которой нужно было садиться в нужную сторону. Все остальные были достаточно такие агрессивные, рискованные, и тоже там довольно-таки серьезный разброс был. Так, печатают. Так, посмотрим, что у нас еще есть. WDC. Понятно, у нас нет интернет вырубил. Все, есть интернет. Да, вот в такой момент, конечно, сидеть объемом где-нибудь в каком-нибудь TF и пропадает интернет, было бы весело. Это то, что мы делали также на Research сегодня, WDC. Вот эту акцию, конечно, нужно было бы сегодня наблюдать. Обратите на нее внимание. Сейчас, кстати, я ее в чат сброшу. WDC можно сегодня было бы посмотреть. То есть обратите внимание на WDC. Очень неплохо. Значит, gap down GLW, особенно gap не пошел. RAG gap не пошел. BC интересный момент. Акция может пройти выше. Не очень красиво, конечно, она на более мелком таймфрейме, но вполне возможно сегодня пройдет она выше.
Так, WDC. Сейчас как раз идет время 10 часов. В принципе, в это время уже не очень его совсем понимаю. То есть мне лучше первые полчаса. Но вот WDC я бы рассматривал сейчас в это время. BC. Довольно-таки интересный момент. Может проходить выше. Тоже сейчас в чат сброшу. Так, АЕМ здесь без объема акции идет, но все-таки идет. НКИ пока ничего не делает. ТЭКС пока еще стоит. Тиффани, МТЗ, ЛНКД. То есть практически ничего не пошло, вот как раз из того, что мне нравится. Немного ЛНКД сходило, но... Тут V-образный разворот, я бы его не поймал бы, то есть такого четкого, как, допустим, в том же. Вот АЕМ сейчас интересный момент. У АЕМ сейчас цена 41.00. 98 не бьющиеся. Вернее, да, 20 центов. Тут какие-то непробивные стоят по Нью-Йорку, по ним печатают, все равно 20 лотов. Нет, все-таки разобрали, одним принтом забрали, вот. Locked. 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 Так, АЕМ. AEM. AEM. Хорошо прошла фигуру. В принципе, что и предполагалось. И потихоньку выходит. Также BC. Очень интересно, что здесь будет. Вполне возможно возврат. Там по дневке есть куда возвращаться. Но по рынку, я смотрю, только рынок начинает вниз пускать свечку сразу же и здесь. Так, BC. Так, есть интернет у нас? Нет? Что у нас происходит вообще такое? Чарты не показывают. Все, вроде бы появился опять. Какие-то перебои непонятные. Все, наконец-то показывают. TX, очень интересная ситуация, там особо тоже и лонг не пошел, то есть сейчас скорее всего объем перешел, вот если взять по вчерашнему дню, если смотреть по вчерашнему дню, то объем скорее всего сейчас будет попадать именно на уже более вторую половину дня, и хорошее движение на второй половине дня. Утром как-то объем появляется и резко исчезает. Гэпы тоже особо не идут. Непонятная ситуация. Кстати, там... Что это такое? У нас вообще проблемы, я так смотрю, с инетом. На флор побежал решать вопросы.
Так, акция TX, там не видно пока чарта. Тут 70 центов сейчас можно смотреть, я в чат сейчас сброшу. TX, если... Так. Так, 70 центов тут не бьешься, вот минутный чарт, она опять как раз подходит. А у нас отставание дикое. Да, грейбокс нормально работает, в том-то и дело, а чарты что-то вообще. Вот, RRC нефтянка начала ходить, RRC посмотрите. Смотрите, TX, там 70 центов у нее идет, не бьющийся. Если 70 центов будет проходить, может лонг быть. Неплохой. Что-то я сегодня поспешил, там в TX может быть... Так, RRC. Ну, тоже такое импульсное утреннее движение. Тоже здесь можно было, конечно, его где-то наблюдать. Нефтянка, в принципе, сейчас в ажиотаже. Так, вот TX. Смотрите, 69 и 70 было не бьющееся. Сейчас может движение быть неплохое. Вы про TX? Или про что? Смотрите, TX 70, там не бьющаяся цифра. Нет, там NAS 70 этих самых по NASDAQ. Там именно офер не бьющийся. Но он в прошлый раз от этой цифры шорт сделал неплохой. 30 центов, но все равно. То есть тут надо смотреть. Либо после пробоя укрепит бит. BC все-таки какими-то корявыми движениями вроде бы как проходит выше. Вчерашний этот хай. Я уже все. Есть. Открываю аккаунт 4.0. Rogue Trader, по-моему, называется фильм, да. Нет, TX, конечно, надо понаблюдать, тут что-то может быть. BC прошла вчерашний левел, довольно-таки неплохо. Это уже больше техника, вот такой трейдинг здесь идет, не импульсный. И все-таки проходит выше. Значит, на дневке тоже здесь был день хай, то есть и сегодняшние свечи пока еще не видно, еще не нарисовалось, тут она тоже должна, вот она, то есть видно, что акция может пройти далее. По индексу какая-то сопля вылетела вверх. Да, вообще что-то непонятное происходит. TX все никак не может на положительном рынке никак выйти.
WDC момент, так, в чат я сбрасывал, кто-то WDC, что ты там увидел? $27.50, там треугольничек был. Копировать выделенное. Вставить как текст. Так, ну, ни много ни мало, ну, 3,40 центов она сходила. Так, TX, опять 70 центов. Так, TX надо, так, сам влетел, в чате помогай. Понятно, тут двойственно. Либо шорты, либо просто если уже лонгать ее, то ждать только пробоя этих 70 и заходить уже на укрепление бит. Очень неплохо смотрится. Так, на минутке сконсолидировалась акция, может пройти. WDC, конечно, момент был неплохой, особенно на минутном чарте. Первое движение, если даже пропустили, то второе можно было уже все-таки брать. Это 70 центов, вот смотри, пробивает. То есть не знаю, мне, как по мне, она вообще 15 минут там просто отличная. Смотри, ее где-то тут на отбой взять. Заходить лучше, наверное, после пробоя, потому что сейчас непонятно. Печатает очень сильно. NASDAQ стоит. Какой-то маркетмейкер сумасшедший. Еще до сих пор продает. Люди уже покупают. Интересная ситуация. Но уже ситуация лучше тем, что доллар диджей у нас уже вот такую имеет ситуацию. То есть она уже по рынку не торгуется, она все-таки будет делать пробой. Так, ладно, все, я выключаюсь, буду заниматься другими вопросами.